За 15 лет своего существования союзное государство стало ядром и локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Именно в рамках союзного государства Россия и Беларусь сформировали юридическую базу и социально-экономический алгоритм, которые легли в основу новых, более масштабных интеграционных объединений – Таможенного союза и Евразийского экономического союза. Но при этом союзное государство продолжает оставаться самостоятельным и эффективным интеграционным проектом. Этот проект сохраняет не только свою актуальность, но и служит экспериментальной площадкой для продвижения интеграционных процессов на всем пространстве СНГ. Главным результатом 15 лет строительства союзного государства стало создание единого социального пространства. Между странами открытой границы граждане Беларуси и России имеют равные социальные права. Все это позволило белорусам и россиянам не чувствовать себя иностранцами на территории двух стран. Россия и Беларусь в рамках союзного государства добились глубокого экономического взаимодействия. Из общего бюджета двух стран финансируются перспективные инновационные проекты в таких сферах, как сельское хозяйство, машиностроение, космос, медицина. Акцент делается на создание новой интеллектуальной продукции, что очень важно с точки зрения освоения и внедрения современных технологий. Так, на основе союзной программы в течение последних 10 лет создано несколько поколений суперкомпьютеров «СКИФ», которые входят в число самых мощных суперкомпьютеров в мире. Российские и белорусские ученые впервые получили из молока трансгенных коз лактоферин человека. Этот уникальный белок очень эффективен в борьбе с онкологическими заболеваниями. Высокую эффективность продемонстрировали инновационные программы союзного государства в области космоса, микроэлектроники и нанотехнологий. Один из главных приоритетов союзного государства – безопасность и военно-техническое сотрудничество. Беларусь и Россия в рамках союзного государства проводят согласованную политику в оборонно-технической сфере, что является частью комплексного подхода к решению вопросов обеспечения национальной безопасности и обороноспособности двух стран. Создана боеспособная региональная группировка войск, сформирована единая система охраны воздушного пространства, а также общий центр управления войсками. На внешней границе союзного государства совершенствуется инфраструктура для эффективного противодействия контрабанде наркотиков, оружия, взрывчатых веществ и незаконных грузов. Для этого таможенные и пограничные пункты пропуска оборудованы самыми современными техническими средствами. Социальная политика союзного государства направлена на повышение благосостояния граждан России и Беларуси, на формирование общего рынка труда и единого образовательного пространства. Среди наиболее важных задач – развитие здравоохранения, физической культуры и спорта. Особое внимание уделяется работе с молодежью. Большой популярностью пользуются такие фестивали, как «Творчество юных», «Молодежь за союзное государство», «Мы вместе», а также «Слет кадетов союзного государства» и «Юношеские спартакиады». В лучших российских и белорусских санаториях и лечебных центрах прошли реабилитацию более 5000 ветеранов Великой Отечественной войны, а также свыше 12 тысяч детей, проживающих в районах России и Беларуси, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Большую роль в информационном сопровождении функционирования союзного государства играют союзные СМИ. Во многом благодаря этим медиаресурсам удалось создать общее информационное пространство, которое помогает гражданам Беларуси и России лучше понимать те процессы, которые происходят в союзном государстве. За 15 лет созидания союзное государство показало, как важно гражданам России и Беларуси ценить общее историческое прошлое и понимать, насколько близки два народа по культуре и духу. Фестиваль «Славянский базар» – это всегда не только яркий праздник, но и очередная демонстрация единения народов России и Беларуси.